И всем привет, с вами я, Ваня Боблокс, и сегодня мы будем играть в туалет, скибиди туалет. Я вот, знаете, что хотела? Мы вот записали видосик с моим другом Витей, но у нас не получилось, потому что у меня не загрузилось видео почему-то. Не знаю, что делать. Сейчас я тогда опять, к сожалению, я опять буду снимать в одиночку. Так. Я опять в инсейне. Вот, видите, я накопил. А мне еще чуть-чуть осталось, да, вот. Титан Кукмен. А, я еще как раз это накоплю. Так. Все, вот. Кстати, сейчас я посмотрю. Так. Короче, сейчас, наверное... Ой-ой-ой, ну что за качество? Вот. Короче, мы сейчас будем что-нибудь делать. Не знаю, что. Так, не знаю, мне делать, наверное, продолжение мяч лезвия, но что-то я уже забросил ее чуть-чуть, хотя не чуть-чуть уже. Я, кстати, сейчас играл в туалет авиадефенс, победил в одиночку опять, но... Зря я это сделал, потому что мне ничего не дали, потому что там, как обычно, надо что-то сделать. Не знаю, что делать уже. У меня будет видео длинным, 20 минут. Так что вот, как раз 20 минут будет это, понял. Все, так, смотрите, что я умею. Вот. Она, кстати, лазером вот этот стреляет. Все, убил. А я сейчас, наверное, это сделаю в добавку. Блин, а как еще можно? А еще? Она, правда, заряжена, а тут мелкие. А вот получится? Нет, не задевает. Он даже лучше Титан Камерамена или там по типу Дрилли. А я еще раньше помню, у моего друга Вити был он, а теперь у меня он. Не знаю, как. Так, что бы сейчас делать? Наверное, вот так. Так, что бы сделать, чтобы всех убил? Тогда мне понадобится больших, чтобы я вам показала, как я лазил. Могу и сейчас, но не хочу. Я хочу протестировать, как она работает. Вам показать. Хотя у меня есть два подписчика, это Витя и Рома. Рома сейчас не помогает, не знаю. Они вот будут вот наблюдать, как я играю. На самом деле, я, наверное, могу делать видео, а не просто в описании, там, что типа я не могу делать видео. Это просто я так сказал.
А шоу сейчас я не хочу выкладывать. Но могу. Я могу, вот, если сейчас закончится оно, вот это вот, то я, наверное, что, как бы сказать. О, вот я протестила. Ну, типа, можно продолжение в шорты сделать, типа, как я вот тут вот делаю. Продолжение. Как я. Вот увидите канал, он как бы, ну, пока что нормальный. У него там 200 или уже 300 подписчиков. Нет, 200 еще с чем-то. Ну и вот. 200 там, не знаю, надо посмотреть, короче. Вот, у него там, мы сейчас с ним снимаем, ну, кто знает, кто не знает, наверное, все почти знают, это Chicken Gun, говорю. Там, короче, мы записываем про скибиди туалеты, ну и все. Так-то, не знаю. У нас там 9-я уже серия. Надо 10-ю сделать нам. Подпишитесь на него. Я-то ничего не говорю. Не, конечно, тоже могу попросить у вас подписаться, но я сейчас этого не делаю, потому что я-то не делаю, как другие люди, которые типа говорят, ставьте лайк, подпишитесь и так далее. Я этого не делаю, потому что я просто для развлечения просто вот это вот снимаю. Типа для хорошего контента, типа там веселого. Ну и вот. Я никому не делаю плохого, я просто снимаю. То, что я не знаю, как мне еще снимать. С компа не знаю там, как снимать. Там уже на какие-то, может, ну, скачать эти, мне не хочется так делать. И в итоге я вот с телефона вот как-то это загружаю, делаю видео, стараюсь. Но смотрите, вот они похожи, вот эти клавсы, вот эти хеликоптеры, они похожи на паразитов, которые хотят тебя заразить. Вот по-моему, реально похожи. Ну, время их убивать. Время всех убивать тут. На, все, я убил их. Короче, я вам покажу еще, как 2.0 этот работает. Сейчас я на него накоплю. Я вам покажу все. Он будет крутым. Так. Ой, похоже, надо вот так делать. Вот как лазер работает. Ну, это все знают. Это как из 2.0 Титана с Пикерменом. А вот это не работает с Титан Пикермен 2.0. Он просто вот так вот делает игру. Типа сжигает. Они его по кругу вот так вот лазером. У него не лазер так-то. Ну, хотя не знаю. Нет, у него нет. Я могу даже показать. Хотя я показывал уже, так что не надо. Зачем сотый раз показывать? Ой, чуть-чуть осталось. Ну, ё-моё. Так, я посмотрел время. О, вот мне пилы как раз. Что-то не очень. Все, я их убил. Ура, 90. Не, вот эта штука, она имба реально. Она вот фейков может такая штука убивать. Лазер кори вот этот. Плюс энергия будет труст. Ну, не знаю, как еще читать это. Честно говоря, я знаю английский, но не очень. Прям не очень, не очень. Не все слова знаю и читать их не очень. Ой, короче, мне это надоело. Я вот так делаю. О, все, сейчас. Сейчас будет месть. Давай. Все. Ура.
покупаем. Все, у меня все эти теперь есть персы. Как тут и как тут. Давайте его протестируем. Кстати, у него хпшек много так-то. Нормально, то есть. Так, смотрите. Канон Бласт. Во. Мега Прожектор Бласт. Бах. Нифига. Вот как он работает. Теперь Мега Прожект. Вот. Прожект Титан Камерамен. Это Прожект. Вот, смотрите. И еще мелкие биг камерамены. Прожектнутые. Так, давайте. Окружим можно. Вот так, допустим. Тыщ. Не, он вообще нормас. Прям вообще, вообще. А что с этими титанками романами? А что, уже все? Видимо. Ну, короче, вот он какой. Он хороший, советую для всех так-то. Ну, не для всех, но просто советую. Как-то так. Вот. Так. Все. Так. А теперь мне надо на Клокмен Титан копить. Так. Блин, сейчас 11:00 будет. Ладно. Все, я их убью. Все. А теперь... Нифига себе. Ой, господи, сколько их тут штук вообще. Как их тут всех собирать? Я не пойму просто. Не могу на джетпаке просто. Джетпак. Джетпак не работает. А работает. Короче, давайте. Плюс 92. Ну, понятно. Ой. Ой, как же я устал. Мне еще... Понять, мне еще это надо. Вот угадайте, вот мне же надо еще в школу идти. После школы где-то в 18:00 мне к часу, да. Типа я уже, наверное... Приду 18:17:30. Потом я иду со школы. Потом, наверное, жду Ви. А, нет, Витю не надо ждать. Он у него же. К сожалению, у него нога. Ой, рука сломана. Ну вот. Так что можно это с ним еще один ролик записать так-то. Ой, ну вот. Вот только у него на 4 часа меньше, а у меня больше. Ну, времени. А, ну и вот. Так. Так вот сделаю тут. Короче, тут по одной минуте, по одной минуте вот эти головы перезаряжаются. То есть там лазером один, а другой там стреляет пушками. Они по одной минуте каждый. Значит, это равно по две минуты. То есть один и один. Значит, там две минуты. О, вот это мне как раз подойдет. Ой, где?
А, не получится идея. Вот так. Ну ладно. Все. Легко копится в одиночку или в соло, так можно сказать. Так вот. А если тут боссы, там, босс-туалет, если, то они уже огнем какой-то там, может. О, нет, тут уже мне надо вот так делать. Лазеры самые бесячие. И ракетницы вот эти вот. Ракетчики. Вот так вот скажу. О, спустя наконец-то на него дамаг. Это, короче, сейчас я тут всех поубиваю. Так, ой. Помогите, пожалуйста. Он меня заражает, этот скибидист. Помогает. Короче, я вот так делаю. Уфа, туалет. О, нет, все. Я не знаю, мне можно вот так сделать. Но это тоже сделается. Ну ладно, я так уже могу его убить. Ой, еще кого-то задел. Вообще нормас. Так, короче, так. Давай. Ой. А их заденет? А че я без головы? Почему? Видимо, я голову потерял. А что за баг реально? Я все потерял. Помогите. У меня головы нету. Вы сами видите, вот у меня головы нету. Что делать? Баг классный. А ресетиться не хочется. Потому что я в одиночку играю. О, ура, у меня голова появилась. Ну, или не на босс-туалетов это реагирует, я так понимаю. А я думаю, оно еще... А, да? Оно не только на босс-туалетов реагирует, на джименов, оказывается. Ой, и еще 4 волны до джимена. Ну ладно, я сейчас, короче, стоп-тайм сделаю. Ну, короче, я все. Итак, вот 20-я волна, все. Так, погнали. Ой-ой-ой, босс-туалет. Кажется, мне надо ТП делать. Мне кажется. Во. Вот так вот. Ай. Больно было. Все. Ему капец. Смотрите. Все, плюс 200. Вот как-то так я его убил. О, наконец-то у нас эти. Вот надо было, вот когда у меня Кулкоман Титан был, я бы их заразил. Но сейчас я их не могу. Хотя смысл заражать уже. Наверное. Все, у меня ровно 85 тысяч. А это я прям вижу. Ладно, я уже, наверное, заканчивать буду. Это уже 20 минут. Да, 20 минут уже.
Так, я так делаю. А, ну все, короче. Тыщ. Ладно, я пока вот так сделаю. Ладно, всем спасибо за просмотр и всем пока.